Давайте пирамиду возьмем. Хотя крак поинтереснее, но пирамида. Поехали. Ну, я думаю, здесь просто 2-2 возьмем, да, продадим, нажмем мобилку, потому что это сильно. Просто что дальше делать с этим элементалем, я не знаю, что с ним дальше делать. Я не знаю, что делать. Ну, я же не могу апаться, да? Хотя, с другой стороны, почему я не могу апаться? Наверное, не могу. Нафига мне апаться? Я не буду. Не самое сильное существо, но капли, что сможет, сделает. Пойдет. Вот они, слева направо. Я не знаю, что мне надо. Я просто сижу, каплю бафую. Ну что сможет, сделает. Не знаю, стоит его ставить. Так будет меньше шанс на каплю, но так будет больше шанс на то, что выпадет на нормального Мурлока, а не на этого. Ну пускай будет. Можно и в Мурлоков выйти попробовать. Топ-8 можно? Спасибо. Поражение в самом разгаре. Мне сюда нужен забаф на 1-1 Мурлок. Лучше несколько, тогда что-нибудь получится. Ну, стрелок это интересно, но здесь более интересные карты есть. Именно мои любимые вот эти вот слева направо. Я почему так и думал, я не знаю. Ну все, у нас есть через что играть. Главное, чтобы побольше вот таких ребят давали, и все норм будет. Level up, еще одна вот эта страшилка. Так, так и вот так. Пойдет. Мурлок. На 5-11 это сильно кинуть. А, ну давай. Ну, продаю 2-14. Мне, типа, он особо не нужен. Еще один ядыч. Туда. Так. 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 Ну, нормально. На самом деле, фиг знает. 41%. Все зависит от чего. От чего. Мега низ и суветра. Спасибо. Левел ап. 2-3. Слушайте, мурлоков по факту дают. По факту дают, но если мы не найдем брана, здесь никакого будущего нет в этих мурлоках. Если бран дадут, то нормально будет. Процент на самом деле у нас хороший. Нормальный удар. Я бы сказал бы, офигеть. Что? Я выиграл? Кого и шо? Что? Как я... Это самый идеальный удар, который могли бы быть. Ну, Йоксарон, 9-й ход. Работаем. За каждого подписчика. Вот просто за каждого, кто ставит лайк, кто поддерживает. Слева направо. Прошу заметить. Слева направо. Нафига ее поставил? Ой, нафига ее поставил? Че за бред? Зачем? Зачем? Я только что монетку потерял. Ладно. Только что монетку потерял. Ошибочка. Ну, пойдет. Ну, слабовато, конечно, но что сможет сделать? Эть, 100%. Вот они, мои любимые лягушки. Я весь стрим хотел собрать лягушек, вот, наконец-то, мои слева направо. Вот они, дедовы. Это сколько ПТС? ПТС надо мной. Мне бы Браныча. Вот Браныч. 4-4. Ну, о чем мне толку от него, от этого триплета? В принципе, от него есть толк просто потому, что я тогда не продам Багургла. А триплет Багургла — это сильно. Вот и все. Только ради этого стоит сделать триплет. Хотя статы, разделенные на двоих, это офигенно. Ну, просто в этом случае я не продаю Багургла. Ну, кувшин можно взять, конечно, такое. Отлично, пойдет. 75. Ну, 75, здесь вот Биба-Боба с ядом сидят, и это главное. Вот не попал чуть-чуть не попал. Хороший удар. Нормально. Здесь хватит, да, по-моему? А, или... Ну, вроде хватает. Спасибо за лайки. Отлично. Вот он, дедов. Так, ну, слушайте, это, конечно... ну, это страшилка, но как бы... Ну, да. А, ну, давай. КП сильней. 1-1. Ну, можно 2-3 взять, так, чисто микрозабав, но мне кажется, на какого-нибудь Мурлока пару роллов сделать, ну, например. Ну, кстати, в этой игре вообще не крутят, вообще никакой подкрутки нет, абсолютно. Вообще, ну, никакой подкрутки, ноль, работаем. Бран сюда, Бран Браныч, всегда уважаемый, здравствуйте. Типа атаки не так уж и много против драконов, хотя, с другой стороны, здесь 15, здесь 20, остальное более-менее, да? А, ну, неважно, 100%. Я думал, здесь гораздо больше драконы, а здесь так, чуть-чуть чисто. Ну, отлично. Пойдет. Требует триплет Багургла. А еще что?
Минус 3 сразу же, моментально. Демоны 4, ну все, это топ-1. Можете писать привет YouTube, я думаю. Потому что, ну а что? 3-1 не буду брать. 3 ролла на Магургл, например, вполне себе. Замечательно сыграно. Мне так нравится Боб. Замечательно сыграно. Чик-чик. Ну, кстати, за 3 триплета, да, мне ни разу не дали адаптозавра. Ну так, мелочь. Скилл. А, зачем писать перед YouTube, если чат не видно? Реально, чат не видно же. Чат сломался. Лакер или скилл? Конечно же, лакер. Скилл. Мурлоки — это мой класс. Это мой класс. Я обожаю мурлоков. Мурлоки всегда ко мне лезут. Посмотри на это. Топ-1. Легенький. У него есть шанс. Спора. Я, кстати, спора. Спора. Ну, здесь... не, это победа. Ну, победа вообще. Ну, просто победа, и все. Еще и Бран еще выжил. По-любому, привет, YouTube. Офигенные мурлоки собрались. YouTube, ставьте лайки. Очень классная катка.